Марка. Мелика-лики-мака. Вот какого я увидела здесь Дед Мороза красивого. И я вот все жду, что зажгутся факелы, а они все никак не зажигаются. А Мелика-лики-мака, кстати, это по-гавайски с Новым годом. Вот какое небо уже черное, темное. Здесь еще довольно-таки тихо на этой стороне. Я сейчас перейду вот на другую сторону дороги, и самая основная тусовка происходит вот там, напротив International Marketplace. Вот уже здесь начинается, сидит вот такой, ай, красивенный, с собакой. Можно подойти, сфотографироваться. Вот такой человек сидит. Не протолкнуться здесь на самом деле. Вот он попугайчика взял на руки. Ой. Один лег, притворился, что умер. Человек просто лег и лежит, и спит себе. Бездомный. Вот здесь ребята тоже готовятся к чему-то уже. Карты какие-то у них. Играет на гитаре, можно послушать, бросить денежку какую-то. Картины. Вот он, International Marketplace. Он тоже, конечно, живет ночной жизнью. Тут вот приготовили барабаны. Тоже какая-то группа играет. А вот этот парень написал: зачем врать? Нужно пиво. Hi. Good. Yeah. Вот он по-честному просит, чтобы ему подали деньги не на еду, а на пиво. Тут такие рисуют шаржи дружеские. Thank you. Ну вот еще не активная здесь ночная жизнь. Я как-нибудь приду сюда. Вот Рикардо, может, когда приедет, сходим сюда попозже, часов 9, 8-9. И вот зато на той стороне дороги я вижу, уже горят факелы. Но не везде, вот некоторые еще потухшие. Не знаю, почему сегодня так поздно. Мне кажется, здесь факелы зажигаются, как только начинает темнеть. Вот здесь.
здесь, в этот ресторан Cheesecake Factory, всегда огромная очередь. Мы как-то ходили сюда обедать, ждали 40 или 50 минут, чтобы сесть за столик. Вот такие тоже здесь факелы стоят. Я обожаю вот ночи, когда идешь по Вайкики кругом, живой огонь. Кстати, очень вкусно в этом ресторане кормят, мне понравилось. Ну и чизкейки здесь, Cheesecake Factory, поскольку называется. Здесь огромное количество видов, наверное, ну я не знаю, 50-100 видов чизкейков разных. Я пробовала 3 или 4 вида. Очень вкусные. Ну, жирноватые немножко, но вкусные все равно. Мне нравится. Вот человек стоит с табличкой «Hungry», голоден. Тоже просит, чтобы ему помогли. Ну вот и все. Показала я вам кусочек ночной жизни. Ну, скажем так, наверное, вечерней жизни Вайкики.